Давайте расскажите, что это у вас тут такое? Здесь наш молодой специалист, судостроитель, окончил в том году в НТУ. Он разработал проект этого парусника, который назвали «Двина 6 нашей великой реки». Ну, а исполнительный был мастер нашего РММ Иванов Александр Николаевич, опытнейший работник. Поэтому это наше создали мы своими руками, это изделие. То есть ночью оно подсветка включается? Да, подсветочка идет здесь, особенно вечером очень, когда с сумерками наступление темноты. Здесь, конечно, очень прекрасно это смотрится, парусник этот. Молодежь приходит сюда, молодые люди, которые судьбы свои устраивают, свадьбы, вот это они всегда здесь любят посещать это, ну и вот это место. То есть можно сказать, что парусник для них счастливый? Да, да, чтобы он должен быть. И для нас он счастливый должен быть, и для молодых, конечно, тех, кто начинает жизнь самостоятельно. Спасибо. Вечером приедете, когда может быть, вот когда праздник. Да в любое время можно, если вот так есть желание, когда мы так мы включим его. Когда у нас будет это самое. Можно любое время. Семнота включается. Хорошо. Где же это тогда у нас загорается? Это все, иллюминация, все. Ну что еще? Ну, в принципе, все. Ну а мы так тогда посмотрели с Ларисой Анатольевной.